Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» стартовали всероссийские соревнования среди атлетов с ограниченными возможностями здоровья. 500 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, зрения и интеллектуальными нарушениями из 50 регионов страны в эти дни борются за медали в беге на короткие и длинные дистанции, прыжках в длину и высоту, метании диска, копья, клуба и толкании ядра. Соревнования имеют ряд особенностей. Так, в беге незрячие используют паросвязку. Это специальная петля, которая соединяет бегуна и его волонтера. В финальном забеге на 100 метров первым финиширует один из самых титулованных спортсменов своей категории. Чемпион мира и паралимпийских игр Андрей Коптев. Рады, что нас не в первый раз встречают Чебоксары. Большое взаимно это спасибо за хорошую организацию. Данные старты являются отборочными на чемпионат мира, который состоится в Дубае в ноябре. А уже по результатам в Объединенных Арабских Эмиратах будет укомплектовываться российская сборная для участия в Паралимпийских играх. Я в том году очень сильно травмировался. Были проблемы с коленом. Пришлось сделать даже операцию. Но вот после операции восстанавливаюсь. И, можно сказать, это самый такой серьезный старт, вот первый после травмы. В стартовый день золото в копилку сборной Чувашии внесла трехкратная паралимпийская чемпионка Лондона Елена Иванова. В своей квалификации она выиграла финальный забег на 100 метров. Также золото в метании диска взял представитель Чувашии Иван Скрынник. Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Борис Андреев, Республика.